Нож глухарь. Данный нож, сразу скажу, заказан для подарка. Пользуясь случаем, его демонстрирую. Это художественное оформление на ножнах в виде самого глухаря, да? Орех. Здесь идет корень ореха, достаточно темный, с узором, тыльник. И здесь тоже выполнен в виде птицы. Латунные гарды. Такое оформление, все фактурное, все на ощупь прощупывается. И на самом клинке сталь, полировка ОС-8. И здесь тоже фактурный рисунок, двойное травление, гравировка. Ну, рисунок симметричный. По заточке есть линзовидные спуски. Несмотря на вот такую вот всю художественную сложность и фактурный рисунок, данный нож может в любой момент использоваться как туристический, разделочный. То есть здесь абсолютно по твердости сталь соответствует. Такому ножу, который без, да, оформления, и в любой момент может применяться по назначению. То есть это не полочник, это функциональный нож, который отлично подходит для подарка.